Вспоминаю анбаф Джериона. Второй анбаф. Альпич, ты тут еще? Тоже 5 часов шли. Там Англия входил. Альпич, а КД наши? Не, ну да, я понимаю, я просто, если его нет. Не-не, не надо. Есть приставы. Люди. Джерион, может, ты куда-то зайдешь? Я могу зайти кем хотите. Вы не смотрите на проблем вообще никуда. Я не знаю, куда вы лупитесь. Я вам сказал, поставьте фибрилляцию на ШП. Элим, который дамажит на 17 месте, это просто жопа. Нахуй не нужен в таком рейде, когда не хватает дамаги. Я вам это два раза уже говорил. Мы дальше падаем, вы дальше ничего не делаете. Если такая хуйня будет продолжаться, я просто ливну. Просто мне... Какого хуя я вылаживаюсь, а другие дрочат? Пусть зайдет на ШП, там доты тикают. Нас вайп не задается. Ну вообще сейчас упали вот этот трой за ДПС. Пойду крону. Ну, не совсем. Ну, если бы люди не падали, я все говорю. Бани нужны. АДК. Спекнется кто-то в один ФДК, я зайду нафиг на Вара, и тогда все решится очень круто. Если вы никогда не хотите заходить. Просто я заебался тут сидеть, давайте уже что-то сделаем. Вот, Тщеславие, иди зайди, пожалуйста, и, пожалуйста, сделай себе спек, и насрать на Фейкану, чтобы был баф, и я зайду на Вара. Чтобы... Хочешь ливать, Джерри, на кого-то другого возьму. У нас проблема не... Была проблема в том, что... Плохо хилили пассовый рейд, я три раза тратили БР на людей, которые просто умирают. В чем здесь ДПС? Так, а как вы срываете игру на духах, блок умирает, демон. На третьей фазе мы бьем без дополнительного бафа всю третью фазу. БР был на КД. Это проблема из-за докунца фибрилляции? Нет. Кажется, нет, здесь все так дамажут. Как фибрилляция, ну, процент. Да понятно, что общая игра командная, это все проблема, блять. Просто хант с рогой должны напуливать один первого, третьего, второго, четвертого духа. Напул должен быть там, вообще никак невозможно сорвать. Ну, все, фибрилляция ушла, к сожалению. Лок умер не из-за срыва, а из-за визга. Значит, зашел под морду. Я был не под мордой. Ну а виск это что? Ну да, а может это огнем сорвал. Да, может это огнем сорвал, но не отдохнул. Давайте фулбаф. Первый раз его убил. Это срыв агро. А второй раз виск. Так ты не прожимайся, может. Не, выживи лучше. Ты видишь? Пусть этот рога напуливает первого, третьего, а хан второго, четвертого. Я даже раскол души сраный езжаю. Раскол души не решает. Ты видишь визуально, когда я начал увечьем бить, тогда вливайся в дух. Мать. Да. Когда он идет ко мне, нахуй, если вы его будете всекать, старт это? То просто сдохните. Ваня, Трися тут? Да, да, там запустишь, я услышу. Трися, ты тут? Африк, поставь, пожалуйста, колодец. Писья. У маги тоже кадры. Есть три камня и есть щит маны. Видишь, что умираешь, надо сдохнуть, но щит маны не прожать. Это пиздец, ребята. Вы что, только три клавиши тыкаете? Сектор газа не стоит в метке. Вообще как какое-то неадекватное, что думал это хан, берет сектор газ. Я запускаю босса. Кстати, да, Джерин, ты падал от глыбы на сетре. Я завис в тот момент, когда я умер. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Аня, запусти. Угу. Тут полрейда не выкладывается на все 100, поэтому падаем. Мы
Там не подхилил, здесь не прожался, ну, смерть одна, это уже... Убил десятки тысяч душ. Говорю, что весь рейд... Не сорвали бы вы Агро на духе, наверное, убили сразу. Подхилила Ляма. Ну, не повезло с комнатой. В атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы... Рост? Да, рост. Секьюрити рост. Да-да-да, ловушка. Ёбать, чума. Да-да-да, ловушка. РДБ ловушка. Animal Just чума. Да я заберу ее. ДД ловушка, молодец. Прош Шарпич. Это ловушка. Давайте каплю. Капли с чума, блин, каплю. Да. Прожми там срезку. Это ловушка. Апис, почему ты не в звезде? Ты опять сзади стоишь, опять сейчас кинется ловушка или чума опять. Мелики далеко что-то стоят. Опять РДД ловушка, 3% до переходки. Мы уже не можем бить лича. Ранга чума. Блять, вы чё? Танешь сам? Ты стоишь чуть ли не у трона, конечно, не успеет добежать. РДД ловушка. Отошли РДД. Всё, выходим. Каст, лаприста, баф, лапу, инту. Дайте всю эту хрень. Да. Фокус хира, давай. Animal Jazz, давай, каплю на утроба. Апис поднимает ранга. Чё, нет, у меня больше лапы, короче. Бафайте сами, ладно. Заново побафайте шамана. Шарик летит. Ну, фокус хира что-то говорил, что только пальца достаточно, чтобы убить шарик, да? Ну, если пристать, да, куда? Блин, бафни шаманом кулак. Наш ДПС не хватает, блин. Так, блин, кажется, баф это уже забыл. Бафни как? Конскюри, ты наркалку. Олега не слышно, стали звезду. А чё, меня не слышно? Теперь слышно. Ну чё говорит? Так, сову схватила. ШП, 2 ШП. А ещё отдыхнула в рейд. Хватило. Потому что чего вы его не добиваете? Беги, малышка, беги! Не знаю. Я не сказал, не добили, да? Ну типа я побоялся, что меня сейчас схватит Валька и побежал в рейд. Ну и вайп у нас.
Вас 25 человек, вам что сложно, блять, играть нормально, что ли, начать? Или что, я, блядь, не понимаю. Убиваем 20-30 раз этот, сука, анбар, блядь, вы все знаете. Если ты побоялся, что тебя схватят, то пнул бы этого духа параллельно нам, просто хотя бы так они подумали. Просто если бы его все сразу сыграют, то все будет нормально. Да понятно. Типа допили духа, побежали к Личу, у вас будет время, короче, чтобы добежать. Дай 30 голд на починку, пожалуйста. Вуди, вот он дыхнул, да? Ты его сразу веди в центр. И там, ну типа, глыбы лицом. Ну там, блядь, я не знаю. Сейчас еще три шаркаря было, кстати. Не хватило дамага. А? Нет, нет, у нас на предыдущих троих Олег, было на двух троих точно два было. Заикаешься. Да, такое ощущение, что у меня кнопки пускают раньше или раньше начинают говорить. Че не так? Ну, Олег, это... У него, наверное, чувствительность маленькая стоит просто. Знает, я еще трай, наверное, постараюсь потом кому-то на танк придется заходить, потому что я так заебался. Скорее всего, это будет Джерион БДК, а я фурик мощный. Обычно, когда на фурика захожу, сразу убиваем с первого трая. Ну сейчас пару траев не выйдет, тогда разойдемся. Это позор хоть расходиться. Да, хотя бы до 12 потратить. Ну что, 12. А вы не хотите убивать. Олег не мог мимо Вальки пробежать. Не знаю, блядь. Нехуй делать, убить, блядь, вот просто... Как будто пришли сюда и забыли все нахуй, всю тактику, все забыли. Как так вообще? Давайте шкаф сам. Я не хочу бежать через Вальки. Мувики давно что ли? Подпишитесь на канал Войда. Так, есть ТВРК на баф РДД? Так, че? Англиф там, фурик топовый, очень много доножек. А ты ему второй раз накинул или ты от меня? Я его отменял, добавлял, потом отменял, добавлял. Что, из фата не заходи. Добрали уже. Как показывает практика, дело не в ДПСе рейда. Да, блядь. В общем, тут не давайте бафаться. Сыграйте сейчас по духу, потому что с бафом, когда пьете, там ДПС побольше, там доты добивают. А тут надо поиграть по нему. Пока из всех траев был только один вайп из ДПС. Ну, два. Но это тактика и неудача. И войт, если нету на миликах меток, блядь, ты все равно потихоньку веди, потому что хуй достоит потом, блин. Да, и что, дайте. В
Нет, когда она с комнаты кинула. Хороший трайм был, если бы после комнаты Берса была. Можно было там под баблом, но я не уверен. А еще с учетом... Беляма там оставалось, да? Да, 4 где-то спало. С учетом этого Харзула, там трех магов, которых мы лес. Или двух там. ДБР пропустил, конечно. Вот я бы прям мечтал, чтобы сейчас убили и БР у всех на КД, без КД были. Просто, блядь, ничего не потратил. Дашки, готов, конскюрит. Каску по ДК. Кулак по листу. Зайдите, починитесь. Вот у нас срез. Ой, мы красные, мы красные. Давайте падать. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что за мной... Моя сам себя пародирует. Ты пройдешь через эти мучения. Давайте собирайтесь, потому что скоро ДЦ уходит топовый, который тащит хилов вот этих. Но я не буду слушать. Могу спятнуться, потом хилов. Потому что Эрдру не вытаскивает рейд. Как так, средний и секьюрити тоже так. Топ хилов обосрал. Герои в атаку! Ну, это правда. Ну, это объективно. Судя по тому, что они захиливали рейд, я такие выводы сделал. Давайте РДД ловушка. Ёба чума. Примитива диспал. Вот, первая чума. Милики, нету. Милики. С другой стороны встанем. Перебежали. РДД. Дятинка чума. Милики ловушка. Пэшкарку еще сейчас. Милики ловушка. По 2 секунды. Капец, чума. Диспел, диспел. Отлично. ПД ловушка. Молджа раскаплю на Роба. И проценты до переходки. Милики ловушка, РДД на край. РДД на край. Ангер чума. На край идемся. На край. Все на край. Не бить лича. Ну не бить лича. Сейчас переходка будет. Господи. Ловушки не будет. Фокус хера два гимноману. Листы бьем сферы. Канты бьем сферы. Конскюрит иннер джейлис. Апис иннер джейлис. Не надо. Да. Там он им мало. А что вы это сделали, блять, вой? Чёрт. РТД, отойдите от мили-зоны. Чё, этот смерть ждали. Сорян, это я походу был. Блять, что вы делаете? Заберите. Аппис подымай квазара, конскюрит англифа. Пулбаф по луку, магу, лапы, пристабав, каски, кресты. Давайте еще на полы поделим в 15-м трае, блин.
Ладно, давайте, ластрай. Может за ПДК зайти? Да заходи на. Пускай Джерри пойдет, наверное, курика. Я устал реально уже. Ну давай, давайте, давайте. Ну если такая фигня будет, это вот еще один такой трай, и на это ласт трай будет. Тоже не серьезно. А ты куда? На БДК. Джерри вот. Он этот тут же. Та Джерри тут в топе. Ты бывал не кем-то другим больше ДПС, да? Да мне все равно кем-то могу другим зайти. Там РДД. Ну, я не знаю, смотрите сами. Джерри он тоже за Ханта, например, больше даст, чем за Энг. Ты там за какого-то мага шипа дашь больше, чем за... Ну давай за... Сука, три. Ну давай пробуй четвертым магом зайти. Не надо магом. Я тут не хилит. Ну давай, шипы. Сейчас шипы зайду, дамажа, пойдем в льду. Перерейда на мувик не получится. Блять, вы слепые или что, хуй вас знает. Валька летит, он бежит через мур. Может, кстати, Энком зайти? Да нет, это похоже. Могу видеть сделать, зато чего лучше будет, а? Смешно так. Тут ты его поставишь. Да. Можем их убить, например. Нет. Слишком... Мне понравилось, как Дуф идет в рейд, убивает одного, второго, третьего. Там, блядь, я вас там слил, когда первый появлялся, а когда этот второй, что-то, я даже не запомнил, что там произошло, это надо видео смотреть. Там он поддал в какого-то, короче, который в рейд пошел, потом второй, который был дух на портапале, его сорвали, то есть, ну, хуи забили на первого, стали хуярить второго, он тоже пошел на рейд, а там ТКД хули 8 секунд, вот и проебались. Ну, нормально. Там тебе шкаф самой люди. Не бегите никуда. Боже. Я тут на престол, короче, этот сезонные шмотки я делал, он когда бегает, сука, такой хопник. Ну-ка, дай, посмотри. Сумните. Бегаю прям четко. О, мы сам для фон 2 орка. Все, посостязаемся. Шо, 7 кие? Где ты, где? Да вот бегаю. Ебать. Так шо, 7 кие? А, сука, е-е. Подходи, отсыпаю. Давай. Давайте, фулл бафрейд. А есть колбаска на фурик? Нет, только 7 и... Чёрт. Велин, конскюрит, дашки. Рыбу.
Я тоже на чай бахался. Знаете, что самое смешное? Никто на ловушке ни разу не улетал еще. Самое время. Странно, а что у меня макрос на тебя забивает? Тебя же там нету. Неужели прибыли наконец? Ты макрос ныли, блин. Прист еще какой-то непонятный гомосек. Воплит. Так, я запустил, если что. Мы даруем тебе Сука, я забыл. Ты пройдешь через эти... Так, ладно, есть сабы, нормально. Ты там смотри, потому что там плохо хилят. Сильно я агрибал фури от мелкого трэша. Что там рассекающим надо будет, да? Так, герои! Да, убей я рассекающий. Все верно. Прост. А тотемов нету. А зачем они? Рарка, не надо тотемы? РЛД ловушка. Сейчас Петрович зарешает все. Трися, а че ты улетел? Ты что, портал не мог прожать? Примитив, походу. Я стоял в рейде. Примитив вылетел, да? Пишут, значит, это соберитесь, ребята. Ебать, вы гоните. Джерин, тут улетели все. Сука, я не могу, просто жопа горит. Дайте диван Фурику, сука, иду, блядь, неохота проебывать. Ебать. Нет. Ебать. Протонуться, что ли, сдал? А, надо на трон зайти. Сука, убило. Ебать. Вот реально написал, соберитесь. Рассекающим не бей на первый. Варенька в ДЦ ебать? Нет, тут прист. Пеппер придет, он обещал, вроде. Юля, это все? Угу. Не накинул ИПу. Ну, этот примитив вылетел, и на него кинулась ловушка. Видишь, как не повезло. Ну ты сказал в самый раз, вот и в самый раз. Чё с ним, пацанчик, моя школа, если шоу, Альтик 4. Он наебал, он не вылетел на самом деле. Там Валькира летит, аккуратно. Ну, да, Аня сразу бежит, автомат обрубает, нахуй, типа вылетит. У него макрос, нахуй, на выключение, блядь. Сейчас Терри снимем. Какой есть лог? Дима, Дима. Все, у нас минус 2 теперь. Наверное, это расход. А, нет, варенька есть, ладно. Розу сюда. Там вторая летит, стойте. Вон, родич, фурик 5.2. Блять, 2ДК меня вообще не прикалывает. Это ж мой какой-то маг вместо него. О, на Эммануэле заходит в игровой мир. Бери его. Тебя сватов в 8 или 7 пати, который заходит на чел, пусть он им бьет. Да, кстати. Ну, там 8 пати сидит нормально, то пусть заходит. А он играет нормально? 64. Да, он топовый.
Дима, вставай. Нокдауна можем позвать. Лол? Это который ливнул с гильдии из-за того, что Войт кикнул его с РСК 25 ок? Да. Еба. Ну он там не то что ливнул, там у него шаман гильдии точно. Так это не его шаман. Факт в том, что он основным персонажем ливнул с гильдии. Так у него основной желак вообще. Ваня, у тебя есть ДЦ? У меня есть ДЦ 6.2, а Ваня может точником тогда. Ну все, надо ему пойти сделать ДЦ сейчас быстро. Давай. Так, ну давай сразу Холи Престон туда. Ну тут без ДЦ ничего не делать. Давай пробуем. Захилим топчик. Давай. Понял, если шо расход. Не, там можно с Холи Престон захилить, просто блять, где не могу брать. Да утешение, дети, нормально. Давай, тифл баф. А нет, тифл баф, ты дашка. А мне волны не нужны хилить, я привык с Бараски с холипалами классно хилиться в свету ударами смерти. Ты кровь потеряешь. Не тифл баф, пары. Щит надо еще кому-то дать. Смотрите, у меня нет антона здесь. У нас осталось 2 шп, 4 мага, 3 фурика. Класс. Security готово. Security. Кралька, ты где? Но она написала, что отойдет на 3 минуты. Да, паскудный лич получился. Вообще пиздец. Дало было хорошим. И вообще весь инс, как мы прошли без вайпов, это вообще нормально. Ну, кроме ребра. Видишь, скиллованные хилы не затащили. Блять, ДПС изначально. Нардро слаб. Слабенький парень. ТПМ и поставь. Сейчас РД первый будет. Ну а сейчас еще ДЦ нету, поэтому... Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро... Сейчас ваши жопы порвут, наверное. Десятки тысяч душ. Ну...
есть Holy Priest. Не сказал. Ну, не сейвает будущий уран. Заражение худо будет вообще. У тебя тут хилер Holy Priest, тут Holy Priest тоже с отрывом идет нормально. Ну, то есть там выхиливает. И не в этом прикол. ДЦ же абсорб. Знаю, в чем прикол ДЦ, там абсорб, я знаю. Но все равно, Holy Priest. Кто, кто дисплеил, кстати, чему? Ты дисплеишь. Просто. Ну вот смотри, смотрим внимательно. 40% хп проседает рейд сразу без ДЦ. 40 это не вайп. Секунды, как смотрят всякие. 30%! Это сейчас на луже. На луже сейчас увидим, если доживете, конечно. Марткил, чума. Блять, кнопки. Спасибо, кто подстраховал. Да, ловушка. Так он сам себя сдиспелил, нормально. Так он же. Так ладно. Да ладно, танков захиливайте. Держи ловушку, протягивай. Давай, тащи личал этого дурацкого. Мильдеки ловушка. Трое шаркающие. Мильдеки ловушка. Чума 2 секунды. Дашкин чума. Спел. Ба. Ловушка 2 секунды. РДД ловушка. 6% еще. Блин. Ничего. Захильте милликов, чтобы они дали каплю. Не молчал, давай каплю на утробу, срезку прожми. РДД ловушка 3%. Диспель чему веди на край милликов. 1%. На край все. Все на край. 3 секунды до ловушки. Ловушка. Осторожно. Отлично. Так. Последнюю каплю напала еще даем. Следим за своим игроком. Смотрите только режу между собой. Не стойте в одной куче. Милики полукругом встаньте. Дай Гим мне. Давай, Гим. На панельку не вынешь сбивка стас. Застань меня сейчас эту парашу. Под шпадом вынес. Это я забыл сказать, ты меня сбил там. Не помню, короче. СС, да? Иннер и СС. Да Иннер дал СС. Да не надо пока СС. Раскол его. Он Пеппер зашел, сейчас убьем. Если нам поможет на следующем трае. Духа не забирай, не забирай духа, я его поведу, дам сало, все нормально, иди там срай. Ты что, собрался вайпаться? Нет, блин, мы не засыли шут. Ладно. Давайте добиваем духа. Фантастический скилл от Джерриона. Тотемы обновил. Давай тотемы, играем лича в звезду, встали. Конскюрю давай звездопад. Так, первый лог, в ромбик играем, в Дашкина и в Калка, прожмись. Перед варками не стоять, пару секунд до осквернения. Тщеславие, бегай, молодец, это хороший скилл. Так, 14% хп у Кеншина, видели? Не видел. 14% это не вайп. Давайте встали в звездочку, потом будем разбегаться под осквернение сакру, мастер аут. Осквернение 2, 1, 0. Так, я выбегаю, опять лог.
Я в ромбике. Хамсу взял Гамбос. Кого уносит? Меня или Казар? Тебя, тебя. Ну, у меня просто слов кадр и все. Молодец, Арзун. Возвращаешься сейчас или нет? Что сквернение? Я не знаю, это второй такой. Осквернение 2 секунды. Осквернение 1 секунда. И пускира. Да, правильно. Правильно, блядь, заводи, сука, в центр. Перезаходите в звездочку быстрее. Играйте в валик. Киль тебе такая. Как ты на платформе? Дайте гимн на хп быстрее. Гимн. Анимал Джаз, давай каплю на Кеншина. Играйте через кружок. Я дам. Парис, поднимай калка. Фокус хира, гимн отхил. Фокус хира, гимн отхил. Я. Трусы хил. Давайте опять под босса. Ну и Харзу. Сейчас будет осквернение после трех валь. ДК, маг, калк, прожимайся, Джерион, через ромб играем. Вот вам и ДЦ. Заходим в лужу. И хера осквернение стоит. Там прист разлил в центре, вообще без причины. Блять, вообще топчик, как шаман нахилил. Ну это да, но смотри, тут слабое звено, не холи прист, конечно же. А Эрдру, который не дохиливает лям полтора.